Всем привет, это короткий выпуск, скажем так, это не то большое, что мы делаем вместе с Павлом, и не наши любимые закадры, которые мы любим выкладывать, уж не знаю, любите вы их смотреть или нет. Это, скажем, такие промежуточные коротыши, которые мы снимаем с целью просто донести до вас какие-то, может быть, полезные вам вещи, ну, такие лайфхаки. Прослушивание музыки на виниле, оно довольно затратное, понятно, что и техника стоит каких-то вложений, и сами пластинки, и аксессуары к этим пластинкам стоят больших денег. Особенно, когда заходишь в какие-то интернет-магазины, смотришь на вещи, которые тебе вот необходимы, и смотришь на цену, сколько это все стоит, это порой повергает в шок. Я думаю, что это, ну, знакомая вам ситуация, и есть какие-то вещи, которые стоят больших денег, если их искать в российских там, или зарубежных интернет-магазинах каких-то больших, либо если вы просто пойдете в магазин, который вдруг есть в вашем городе, чтобы там купить, я не знаю, щетку для протирки пластинок, и вы можете удивиться цене. Есть своеобразные лайфхаки. Ну и самый известный из этих лайфхаков, конечно же, это наш любимый всеми нами AliExpress. Очень много есть видео в YouTube, где рассказывают разные люди о том, что, как, какими средствами и так далее можно заказывать с Алиэкспресса. Но я практически не встречал видео, где кто-нибудь рассказал бы, что можно полезного для винила заказать на Алиэкспрессе. А на самом деле заказать там можно очень много чего. И, собственно, вот об этом пойдет речь в наших вот этих вот коротышах. Вот такая вот прикольная вещь, в сумочке. Про нее я, кстати, тоже узнал из YouTube, с канала одного интересного человека мне. Я не всегда согласен с тем, что он говорит, но тем не менее мне любопытно наблюдать за его каналом. И вот как-то в одном из своих роликов он рассказал о вот такой вот лупе. И мне она показалась интересной. Я решил заказать себе такую же, поюзать ее. Да, действительно, очень интересная штука. Бывают такие случаи, когда нужно посмотреть состояние иглы. Ну, что я вам рассказываю? В общем, вы знаете, что когда имеешь дело с виниловыми пластинками, регулярно возникает необходимость в увеличительном стекле. Вот на AliExpress продается очень недорого, причем за какие-то смешные деньги. Вот такая вот лупа. Я не знаю, насколько хорошо вам ее видно, но поверьте, она очень интересная. Единственное, что, конечно, к ней нужно приспособиться, потому что не с первого раза до меня доперло, как вообще она работает. Китайцы продают это абсолютно для другого. У этой лупы есть два режима. Ну, вернее, даже три режима. То есть, вот обычный режим, это когда без какой-то подсветки. Есть подсветка белого цвета и подсветка типа ультрафиолет. Само собой понятно, что эта лупа предназначена в первую очередь для того, чтобы разглядывать любимые нам купюры денежные. Монетки, да, вот мне подсказывают. Для того, чтобы разглядывать монетки, денежные купюры и какие-то, в общем, такие вот вещи, которые должны, по идее, греть душу, ну и тем более карман. Но, как выяснилось, это очень удобная вещь для того, чтобы, допустим, посмотреть состояние иглы. Проверено и мной, и многими другими людьми. У Павла есть такая же, я ему в свое время подарил. Вспомнил, для нумизматов. Для нумизматов, да, точно. Не, ну это на самом деле где-нибудь в магазине принесли тебе купюру. Тебе нужно в водяные знаки посмотреть. Включаешь синюю подсветку и смотришь, то есть там фальшивая купюра или нет. Вот даже вот так вот можно, по идее. Когда вы к ней приспособитесь, вы поймете, что эта вещь, ну, в походных вариантах, допустим, вы пошли покупать иглу, либо там голову, и вам нужно рассмотреть ее со всех сторон. Тащить с собой здоровенное увеличительное там стекло, да, или вот такую вот вещь, которую можно положить в чехол, засунуть в карман. Очень удобная штука. Можно посылать какие-то сигналы в космос. Ну, это даже не лайфхак, это просто то, вот, что вы, возможно, ищете, и оно прямо сейчас продается на Али. Под видео я обязательно кину ссылочку на какой-нибудь магазинчик, где этим торгуют. Будет желание, можете заказать.